Так, всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке чехлы для жестких дисков. Раньше у нас были кассеты, потом диски различных модификаций. Ну и в конечном итоге выиграли жесткие диски. То есть данные чехлы пластиковые поставляются вот в таком варианте. Для того, чтобы хранить, можно было 3,5-дюймовый жесткий диск. То есть поставляется вот в таком варианте. Разные расцветки. То есть в данном случае представлено 3 расцветки. Оранжевый, белый и зеленый. Ну а на самом деле их достаточно множественное количество. Есть синие, есть красные. Ну и так далее. То есть каждый может выбрать свои любимые цвета. Вот. Ну и данный чехол хорошо подходит для жестких дисков. Так, ну сначала отложим. Давайте два в сторону. Отложим два в сторону. Так, и остановимся на зеленом. То есть, еще раз повторяю, выполнен из пластика. То есть, есть зацеп, благодаря которому крышка открывается. Ну, из минусов, так как здесь пластик, то есть, открывать его подразумевается не часто. В противном случае часто будете открывать, может отвалиться, хотя при желании можно и сюда скотч налепить для более надежности. Как говорится, скотчем связывается все. Так, ну и давайте посмотрим, как у нас помещается 3,5-дюймовый диск. Так, вот у нас есть диск 3,5 дюймов. Так, ну это верхняя часть, это нижняя часть, вот тут ножки какие-то вырезаны, выдавлены, спрессованы. То есть вот помещается. Так, ну и вот есть поролоновая даже вставка для более нежного хранения. Так, ну и в таком виде, то есть жесткий диск может переноситься, ну либо храниться, как раньше хранились у вас различные устройства записи, начиная от кассет, заканчивая, как, кстати, аудио, видеокассеты были тоже с различными чехлами. Ну а сейчас на смену пришло время использовать такие вот чехлы для жестких дисков. Кому это понадобится для хранения? То есть достаточно все качественно сделано. Достойно. То есть, ну и можете хранить свои жесткие диски до момента использования их каких-нибудь системах, ну или в компьютере, ну либо проигрыватели, в которых есть отсеки для жестких дисков. Так, ну и всем спасибо за внимание, кому это было полезно. До следующих видео, всем удачных распаковок, покупок, до свидания.